Добрый день, друзья! Приветствую вас сегодня, 11.05.2018 года, в поселке Витязево, на выезде, так, конечно, 128-го, потом чуть-чуть дальше, где раньше был казачий пляж, он, правда, вон туда, в ту сторону немножечко, а это называется пляж Венера Ресорт. Анджелина здесь находится, и все постоянно меня в последнее время, прям через одного человека пишут: Юра, как там на Анджелине пляж Ресорт, Венера, покажи. Миллион раз уже снимал, но покажу еще раз. Почему нет, как бы, все течет, все меняется. Итак... Здесь тройки, уже по 6 этажей, и почему-то остановилось строительство, прям интересно. Наверное, хотят еще больше строить, берут разрешение, то есть пошло, наплыву не, просто на воде, вот копаешь лопатой, вода строит по 6 этажей. Просто молодцы. А вот впереди немножко мы видим первое здание, это Венера Ресорт, которое высокие, вот это. И чуть дальше туда находится Анджелина. То есть все рядышком, недалеко от моря, то есть, ну, тут сколько, 100 метров, 200 метров пройти, и можете плюсовать. Я хочу вам показать в этом году мои убитые ноги, вот уже подкрасился один палец, второй палец, люблю ходить босиком, не знаю, что мне сегодня там впереди будет ждать, что меня там будет ждать, ну, интересно, я вам кое-что уже сейчас покажу, я так понимаю, мне прям интересно, что здесь происходит. Сейчас, я любитель просто таких мест. Но, правда, босиком здесь ходить небезопасно. То есть вот территория закончилась. Дальше застройка, по идее, как бы запрещена. И здесь заливается что-то типа септика. Я так понимаю. Наверное, да? Правильно, интересно, понимаю. Не знаю, какие трубы туда стоят. Выглядит довольно-таки интересно. То есть на территории... Ну, кто не виноват? Что-то мы здесь сделали. Стульчик стоит тут. Я так понимаю, прораб сидел, смотрел за тем, как все это происходило. Класс. Ну, конечно, тут еще участок продали. Но в данный момент времени просто в воду было влито количество бетона. И вода вот здесь даже... Ой, земля мокрая. Ну, здесь видно. То есть тут лопаты копни, вода будет. Я не знаю, кто там загрязняет вот так вот море сквозь песок. Это печально. Так, ну ладно. Не будем о грустном, все-таки мы на песке уже стоим босыми ногами, песок сегодня очень теплый, у нас вот все было вообще прям райское место, если бы не было ветра, но и ветер не помеха, еще раз говорю, всегда на барханах можно найти безветренные затишки, в которых будет светить солнце, вы сможете загорать, если вдруг у вас есть такое бешеное желание по загару уже его получать. Хотя я вон уже вчера показывал, когда купался в море за 500 лайков, не думал, что соберем, честно, но искупался от души. Было приятно, водичка теплая, прям отлично. Марина А. О, Марина Александровна Г. Перевела вам 500 рублей, пригодятся, написала. Благодарим, конечно, пригодятся. Сейчас денежку на микрофончик собираем. С каждым днем становится все меньше сумма, которую осталось собрать. И Людмила Корнеева на нужды 200 рублей. Надеюсь, я в этот раз правильно сказал. Прошу прощения, ну бывает, вот как-то вот глотаются буквы в голове, просто стараешься быстрее читать и как можно быстрее успеть прочитать, и поэтому некоторые слова теряют смысл и теряют как бы буквы. Поэтому прошу прощения, что постоянно вот коверкаю вашу фамилию. И нам осталось 5570 рублей до заказа микрофона. Всем хорошего настроения, друзья, теплого песочка, как и мне под ногами, так можно идти его. Он прям вообще шикарный. Еще, конечно, не настолько сильно, сколько хотелось бы, прогрелся, но даже сейчас ходить по нему удобнее. Вот. Это бутылка, которую я заберу сегодня с собой. Прям 100%. Вчера нет. Я две он другие нашел. Ну просто свиньи, блин, у меня нет слов. Я в прошлый раз приходил, здесь было чище. Прошли праздники, маевки. Люди приехали, отдохнули. Мусора стало больше. Классно. Живем. Так, сколько же у нас сейчас температура воздуха? Вот песочек градусов, наверное, 35. Температура воздуха 23. А давайте ради интереса вот попробуем верхний слой песка температуру замерить. Такой вид шикарный. Просто впереди море. И ничего больше вокруг. Так, сейчас найду самое такое... Хорошее место. Вам интересно? Вот мне интересно, по крайней мере, сколько температура песка. Впервые такое желание появилось. Сейчас найду место, чтобы поменьше ветра было. Вот.
где-нибудь здесь. О, посидим на песочке. Посмотрим на градусничек. Я вон на море впереди. Уже 27 показывает. Двадцать восемь. Посмотрим, сильно ли я ошибся или нет. То есть вы можете, вот смотрите, как мы делали раньше. Купайтесь в море. Вам прохладно еще в это время. Потом бежите быстро-быстро на барханчике куда-нибудь. И там ложитесь на песок, и песочек вас согревает. Валяетесь, загораете. Никаких лежаков, подстилок, ничего. Да и пляжи были почище. Сейчас сначала надо прийти, выбрать себе место, почистить, а потом уже все остальное. Ну, я немножечко ошибся с температурой. Хотя она может и подымется постепенно. Но сейчас уже показывает 33,4. Давайте прямо сейчас обновим его. 33,8. Ну, если ошибся на 1 градус, вы надеюсь, мои подошвы простите, что они не настолько точные, как хотелось бы. Вот температура песка. Вот именно такая. Ладно, двигаемся дальше. У нас новая фишечка замеры температуры песка. Класс. Я, кстати, 34,2 вот последнее, то, что мне удалось зафиксировать. То есть на 0,8 ошибся. Я говорю, что он очень теплый, приятный. Идешь по нему прям ах, ах. Так. У нас тут уже тоже появляется строение, пляж перестает быть диким. Еще одна бутылка стеклянная. Вот хочется мне прям в одно место всем их засовывать, так чтобы им поудобнее потом было на песке сидеть. Люди, что ж вы так делаете? Так. Единственное, что сегодня ветер, я пока не могу точно помнить, по-моему, с берега, да, дует в основной своей массе. И, значит, водичка будет прохладная. Купаться было бы тяжеловато, особенно при температуре вот в 23-24 градуса на воздухе. Мы видим, вот с правой стороны, это люди выезжают на пляж Кавказ. У меня уже везде один пляж Кавказ казачий. Там есть парковочка расчищена, не знаю, в том году будет ее чистить или нет. И приезжают покупаться. Ну, видите, какие-то уже домики появились. Наверное, по закону стоят у нас. Все всегда так. Я никогда не забуду, как, по-моему, года два назад. Я прихожу где-то в этот район фотографировать. И появляется мужчин, который мне начинает говорить, я пошел вон отсюда, это мой пляж. Я чуть в шоке не был, отвечаю просто. Я причем стою возле воды, там вот эта береговая линия, которая никому не может никак принадлежать. И тут пошел вон отсюда, это мой пляж. Хорошо, что я был с клиентами. Может, кто-то вспомнит, улыбнется. Таких вот людей. Так же, как это стекло, надо просто выкидывать. Других вариантов нет. Кармашек кинул, уберем. Ох, вы не поверите, тина появилась. Море зацвело. Не знаю, с чем это связано, но оно есть. Почему это так неплохо? Ну, вот это к тому, что постоянно можно искать чистые места. Я вот выхожу, передо мной чистая вода. За счет того, что было в очках, они флуоресцентные. И было видно, что вот чуть-чуть есть такие зелененькие места. Вот видите, здесь немножко есть водоросли. А то мне говорят, тина, это не тина, это водоросли. Вот они есть. Такая вот небольшая поляночка из них присутствует. Мне кажется, вот с каждым днем видео становятся все более такие летние, шикарные. Вам показать эту красоту. Вокруг люди прогуливаются, ракушечки собирают, приехали погуляли на море. Это Витязево, самое райское место. Говорят, пальмы у вас не хватает. Да не нужны нам эти пальмы, зачем? У нас своя природа, своя красота. Походу или пеленгас идет. Да, кефаль, смотрите, прыгает. И значит, дельфины здесь.
прям 100% даю гарантию, если прыгает кефаль, значит должны быть дельфины. Просто так она прыгать не будет. Сейчас понаблюдаем. Прям сегодня становимся свидетелями очень, вон она, очень интересных событий. Не знаю, что этот мужик. Ух, увидеть, видеть, что она делает. Я почему-то не вижу плавников, конечно, дельфинов. Может, она и сама без них так прыгает. Но это, да, это такая огромная туча кефали идет, такая же, как я в Новороссийске видел. Огонь просто. Вот видите, там черное пятно, не знаю, вам получится разглядеть или нет. Это вот все кефаль. Ну, теленгаз там, чувака, вот это жесть. И вот она, ой, увел камеру, потихонечку прыгает, прыгает. Мне, к сожалению, не видно, показываю ли я четко то место, где это происходит. И вот за ней едет катер. Катер подумал, что тут снимают видео, решил развернуться и уйти. Она прям там кишит. Вот этой рыбе нужны эти водоросли, тина, весь планктон, который живет, питается. Как это дельфинов на такую тучу рыбы просто нету? Мне прям интересно, если будет видно, пишите в видеоролике, что да, видели. Ну, она просто там гиганты прыгают. Здесь разглядим. Такая красота, природа. Что может быть лучше? Живее, это просто нечто там. Ух, 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 смотрите, смотрите, пошел этот катер, и рыба начала прыгать, прыгать, прыгать. Я так понял, он ее или провожает, а, он со спиннингом, походу, на подсек ловит. Сейчас мы посмотрим на браконьерство. Прям в прямом эфире еще из катера. Наблюдайте, наслаждайтесь, все так сказать. Эй, фокус, ты куда пропал? Да. Надеюсь, это все снялось. Было видно. Все, тучка рыбки уходит дальше. Мы с вами наливаем наши любимые напитки и будем наслаждаться красотами природы, не навредя, так сказать, ей. Как он тот человечек в лодке. Водичка прохладная, вот навскидку градусов 18, может быть, даже к 19 подбирает. Но за счет того, что ветер с берега, вода вообще остывает моментально. Вчера было 19-18, там где-то. Ох, как она там прыгает. Прям вообще красотища. В общем, наслаждайтесь. Я пока чуть-чуть замеряю температуру воздуха для, ой, воды для вас.
Чем такая красотища на пляжике. Опять задул ветер. Вот скажите, вот у человека даже деньги есть на моторную лодку, там время на то, чтобы кататься по морю. И просто вот такое вот отношение к природе. Вот неужели рыбу нельзя купить? Ну, печально, вот он дальше продолжает идти за косяком ее и дергать на цмык. Цмыкачи их так назвали в Новороссийске. Жаль, что царь природы так себя ведет. В общем, не будьте такими же, относитесь к природе с почтением, с уважением. Я пойду заберу там 3 бутылки стеклянных с пляжа. А вам желаю хорошего настроения, всего самого лучшего, друзья. Вода в море, я ошибся. Почти 19, 18,8, но это возле берега, может, там будет похолоднее. Прям на правдивость и точность своих измерений никогда в жизни не претендую. То есть это делается от души для души. Если вам нравится, смотрите. Если кто-то там претендует на то, что нет, я не прав. Кстати, вижу на центральном пляже, люди купаются. Я бы тоже искупался, но надо ехать, а работу работать. В общем, всем пока-пока. С вами был Юрий Заровский. Самых лучших пляжей в мире.